Это канал Мастерфорум и тестовая команда Потребитель. Сегодня тестируем мотоблок Фаворит с неожиданной особенностью конструкции, автоматическим сцеплением. Если посмотреть на рукоятки, то видим привычный сектор газа переключения, но не видим рычага сцепления вообще ни в каком виде. Зато есть вот такая вот фишка безопасности, выдергивающаяся. О, выдергивается. Вот сейчас будем смотреть, как это все работает. У нас есть вот такой вот участок. Сейчас мы его выкосим, распашем, нарежем борозды. А прокультивируем, нарежем борозды, вот только сажать картошку не обещаем. Не сезон-с. После выдергивания чеки прошел, ну, максимум метр. Это вот система безопасности. Продаем камеру, квартиру, машину, я здесь покупаю корову и остаюсь. Сена халявного дофига. Ну, то, что Фаворит пашет, и пашет, в принципе, неплохо с настроенным плугом, мы уже знали. Лишний раз убедились, но здесь особенность в этом автоматическом сцеплении. Интересно, как влияет. Пока видно только, что удобнее, не надо давить рычаг сцепления все время. А так, по ощущениям, все то же самое. Удобно, да. Во-первых, давно мне не попадался настолько хорошо настроенный культиватор, в смысле вылета сушника и так далее. А во-вторых, когда вот эту вот систему безопасности переделают на нормальный вариант, как на моторных лодках, тогда надо будет вернуться сюда и пройти то же самое, но с бокалом шампанского, перекладывая из одной руки в другую. Удобно. Это оказалась самая легкая и ненапряжная часть мероприятия. Идешь себе спокойненько, держишься за рукоятки, а дисковый опущенник сам все делает. Хорошо, кстати, удобно, легко. И мотор чуть ли не на холостых. На небольшой, немножко прибавил обороты и прет вполне уверенно. Ну, в принципе, на этом мы тест, наверное, практически заканчиваем. Подробности, в том числе вся техническая часть, в статье. Ссылка на статью под в описании видеоролика. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, подписывайтесь, впереди много всего интересного.